Привет, возьмем гости, братья и сестры. Приехали в магазин подкупить канцелярий немножко. В общем, акция «Собери ребенка в школу». Помогаем сейчас, нуждаемся малоимущим. Избытки. Это одна из помощниц, которая тоже занимается помощью малоимущим, нуждающимся, зовут ее Юля. Юля, мы на сколько детей собираем в этом году, расскажи. На 10. Она шепчет. Я бы пошутил, что она пропила голос, но на самом деле она хорошая девушка. Сказала, что на 10 детей. Вот тебе приготовили в школу такой небольшой набор, чтоб тебе хватило там рисовать, там все. А это для сменки может еще и пригодится. Давай, дерзай, ну не дерзи. Вот акция «Помоги собрать ребенка в школу». Решили мамочке твоей помочь чуть-чуть. Пошел, вас много, вам много все нужно. Вот тут самое необходимое. Взяли, вот ты в первый класс идешь, уже взрослый мальчик. Мама слушается, не балуется? Нет, ну тем более еще пример для подражания есть. Так что давай, дерзай, но не дерзи, чтобы мы тебя всегда в пример всем стали, хорошо? Но это тебе подарок от нас и от людей, которые хотят, чтобы у нас будущие воины были, будущие мужчины были. Договорились? Бог помощь тебе на учебу, а мамочке терпение и смирение. Давай. В общем, мы 10 деток поздравили с первоклашками, то, что они становятся, по возможности их поддержали вместе с родителями. Вот такая у нас получилась акция «Соберем ребенка в школу». Вам Божьей помощи на предстоящий учебный год. Храни Господь!